одно из озер, Республика Карелия. Смотрите, тишина, какой практически штиль. Вот какая красота. Друзья, всем привет. Вот сегодня октябрь месяц, выбрались с Василием сегодня. 6 октября, воскресенье. 6 октября, воскресенье, выбрались с Василием половить рыбку. 18 минут. Да, лодочка у нас сегодня Мурена, трехметровый моторчик Сузуки, 2,5 лошадиных силы. Вот поставили, сейчас будем выдвигаться на озере и будем пробовать ловить. Сегодня немножко потроллингуем. Да, задачи наши такие, потроллинговать и попробовать поймать щуку. Сейчас мы стартанем на другой берег, первым делом, естественно, перекусим и начнем нашу рыбалочку. Как часы, Сузуки 2,5 силы. Вот раскочегарили на максимальную скорость, идем. Идем на остров, завтрак и на рыбалку. Это наша шкала, скала. Стояночка там за скалой. Сейчас будем завтракать. Паркуемся, раскладываемся и на рыбалку. Вот первым делом нужно покушать плотненько. И тогда рыбалка принесет хорошие результаты. Вот сейчас с Василием перекусим и на рыбалочку. Чай еще попьем. И чай обязательно попить, обязательно чай. Вот такое у нас блюдо. Здоровье. Завтрак туриста называется. Хлеб, яйца и сосиски. Хлеб, яйца и сосиски. Ну вот у нас все готово. Абсолютно. Шикарный завтрак. Василий молодец, приготовил. Топарик себе налил. Конечно. Сегодня водитель Руслан за рулем, так поэтому не употребляем. Вот нашел тут майонез от старых товарищей предыдущих. Как раз мы он в тему нам. Как он пойдет? Нам в тему пошел он как раз сейчас. Вот. С хлебушком. Самое главное покушать, попить чайку, и рыбка обязательно будет клевать. Смотрим дальше, а мы быстро кушаем и на озеро. Да. Поставлю вот этого бойца на этом озере. Отлично, да, Василий? Помнишь, что попали на него? Хорошо ловилось. Остальные пока в запас. Вот, рыбалочка началась. Да, Василий? Пошел процесс. Ни хвоста, ни чешуи. Вот первая рыба у Василия. Хорошая рыба. Нормальная рыба. Вот на первая рыба. Василий красавчик. 2 минуты дорожки. Магалон, Магалон рулит. Это щучка. Только распустились. Цак. Ну где же она, где же она? Ух ты! Красавчик. Давай, 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 давай. Не торопись. Слышь, не торопись, не торопись, не торопись. Не торопись. Фрикцион. Оп, дома. О, да нормальная ты, килошка заглотила как. Угу, не килошка, полторашка. О, Василий, красавчик, отличился. Давай. Вот начало. Стоп меня. Смотри, как съел. Давайте посмотрим. Посмотрите. Приманка вся во рту. Вот такой красавчик. Рыбалка уже удалась. Вот такая красавелла. Посмотрите, только рыбалку начали. Заглотила полностью вся приманка во рту. Отличное начало. Вот она как, приманка вся во рту. Весь воблер. Шикарная атака. Щука. Хорошая. Ну вот, только что попала такая щуренция, небольшая, но приятная. Вот воблерочек, к сожалению, заснять не удалось. Давайте ее освободим. Вот такая вот щучка, небольшого размера. Естественно, мы ее отпускаем. Отпускаем. Пошла. Нормализуется, вот ушла. Ей еще расти и расти. Оп, рыба, рыба. Третья рыба за сегодняшнее утро. За один проход. За один проход. Вот здесь. Вот на. Оп, дома. Ну, какая же некрупная. Которую отпустил сейчас, и она сразу же у Василия взяла. Мы ее будем отпускать. Вот такая рыбалка.
метров 150-200 прошли, уже три поклевочки. А, давай, Василий, опускай рыбку. Вот такой карандашик. Жабры, вот ушла, жабры не повреждены. Вот троллингуем, ходим. Попалась пока три щучки, две отпустили, одну в копилку, как говорится. Солнышко выглянуло, шикарная погода. Вот поклевочка, Василий рыбу тащит. Говорит, что окунь. Я смотрю, что там щучка неплохая. Аккуратненько, не торопись. А окунь, да. Неплохой окунек. Ну, у меня задача сделать. Ох, красавчик. Давай, вот такие красавчики. Золотистые водятся. Василий молодец. Вот только что оборвал воблер, который вам ранее показывал. В том году шикарно отловился. Зацепил веревку. Поставлю воблер Виси, который мне принес трофея на 6600 на троллинг на Онеге. Вот по ссылочке выше можно посмотреть видос. Сейчас ставлю здесь флюорокарбоновый поводочек. Вот поклевочка хорошая. Оп, давай подсекай. Красавчик. Я почувствовал. Тык-тык-тык-тык-тык, а потом такой тык. Выматываю. Погоди. Оп. Все. Слабинку дал и все, да? Нет, держал в ночах, плохо зацеплено было. Небольшая? Нет, хорошая рыба была. Да? За полтора килограмма. Давай, продолжаем рыбалку. Вон у нас след пошел. Ушла. Жила хорошая рыба. Я говорю, волшебное слово сказать надо. Клюй. Видать, она была снаружи чуть-чуть. Из рывка здесь. Продолжаем рыбалочку. Время 15 часов 10 минут. Вечерняя зорька пошла. Вот и солнышко вышло. Вечерняя зорька. Удается нормально. Хорошо. Самым разгаре. Рыбка поклевывать начала, щучка. Во второй половине. Пообедали, отдохнули немножко и на вечерку выбрались. Вот троллингуем, два спиннинга. Вот сейчас поклевочки начинаются, я заканчиваю репортаж. Хорошая рыба, друзья, хорошая рыба, подсак. Борется. Подсак. Неплохой экземпляр. Давай, Василий. Вот. Небольшая, но приятная. Нет, нормально. Вот такая вот. Около килошечка. Чуть поменьше. Давай. Да, вот уже можно видос дописывать. Есть рыба. Держи. Вот. Вот такая. Воблер мой, Виси, который трофейчик принес. Вот сейчас мы пустим. Освободим. Вот такая вот красавица. Небольшая, но приятная. Вот уже повеселее. Уже повеселее. После поели, обеда. Попили. Василий Николаевич жахнул соточку граммулик. Вот продолжаем рыбалочку. Значит, время 16 часов. Рыбка потихоньку поклевывает. На данный момент пока всего 4 щучки. 2 из них были отпущены. И пару окуньков поймали. Вот продолжаем рыбалку, такая шикарная погода, обалденное озеро, практически штиль. Так, ну этот воблерочек сегодня поймал щучку, его мы в запас. Рыбка не клюет, смена приманки, копия на Макфак 128. Новый воблерочек, клюй называется. Оп, рыба. Или топляк. Что такое, она плывет, непонятно. Блядь, это твоя или моя? Не, моя у меня, твоя у тебя. А не торопись. Это рыба, непонятно. У меня рыба. У меня тоже рыба, одновременно. О, подсак. Подожди, блядь. У меня хорошая рыба. Ох, блядь. Свеча! Я хорошо сидишь?
у меня дома в домике. Давай, Василий, вторую загоним. Где она? О! Дубль! Друзья! Такое вообще бывает! Обалдеть! Дубль, две штуки, это видос точно будет! Обалдеть! Две поклевки! Вообще, такой стык. Это круто! Это да! Две поклевки, бля! Шикарно! Друзья, посмотрите! Рыба, говорит, у меня тоже рыба! Обалдеть! Так, аккуратненько давай! Плоскогубцами работаем. Вот такая щучка. Красавица. О, друзья, посмотрите. Ух. Вот такая попалась. Отлично. Отлично. Рана на голове, видишь, какая? Ударилась где-то, видите она. Только что дубль, вот такая красавица. Небольшая. Вот, небольшая. Но приятная. Ну, под килошечку, чуть больше, да? Если хочешь, я могу дать вот весы. Такой воблерочек. Макквах. Маттайгер цвет. Такая красавица. Вот продолжили рыбалку. Это 6 штучек уже попалось. Еще пару часиков, как я сказал, порыбачим и будем закругляться. Вот, друзья, только что две шикарные поклевочки. Сначала у Василия, а потом у меня, думал, зацеп чуть побольше. Щучка. Вот такие моменты у нас на рыбалку, как выезжаем, уже второй раз случается. В один подсак берем две щуки. А вам слабо, друзья? Смотрим дальше, не переключаемся. Вот такая шикарная погодка. Опять солнышко выглянуло. О, друзья, хорошая рыба. Вот это уже за полторашечка. За полторашечка, я чувствую. Она хорошо упирается. Хорошая рыба. Хорошая. Вот. Ох! Аккуратненько. Дома. Вот. Ну, около килошечка. Вот. Красавчик. Говорил только, что нужно пройти сюда. Еще разочек. Вот она, красавица. Максквак 128. Аккуратно. Вот, друзья, такая красавелла, килошечка, отличная рыбалочка. Вот он, герой сегодняшнего вечера. Я долго перебирал, что же ставить, какие воблеры переставил, вот нашел. С утра сегодня один такой зацепил свой, к сожалению, который был герой прошлого лета. Вот теперь ловим его, облавливаем. Василий сразу полез в коробку, почил дело неладное. Ну слушай, смотри, уже он меня опережает. Опережает не намного, но опережает. Посмотрите его секретную приманку, что он ставит. Это рудра. Рудра вообще в заброс, но... Давай, покажи поближе-то. А это под корешинку, а бок бочинка. Бочинка шикарная. Ну, шикарная рассветка. Сейчас будет. H09. Пошел ва-банк. Вот тролигуем, солнышко. Сейчас сразу же несколько поклевок. И три плохих щучки попало. Солнышко выглянуло, активность рыбы значительно увеличилась. Мы четыре подряд, что я понимаю. Четыре штуки подряд, все достойные размеры. Мелочи не попадалось, как утром. Поэтому продолжаем рыбалку. Троллинг, два спиннинга. Все круто. Вот такая погода. Посмотрите, солнышко. Оно скрывается за тучами. Вот Василий довольный просто. Конечно, довольный. Чего недовольный? Привезли на готово. Ё-моё. Можно было Сэма жахнуть. Жахнул Сэма. Два раза ел сосиски с яйцами. Щука клюет. Ну, почему бы не говорить? Жена отпустила на рыбалку. Погода живи. Хорошая. Не ветра радует. Нету. Дождя нету. Снега, главное, нету. Самое главное, в отпуске еще. Такая вот осенняя рыбалочка на щуку. Продолжаем. Еще часика полтора у нас времени есть. И будет уже темнеть. Будем сворачиваться. Вот ходим без эхолота, без навигатора, потому что знаем акваторию озера. Вот хорошая рыба, поклевка, друзья. Ну, что-то было хорошее уже. Подсак.
Вот, о, о. Ну, небольшая, но приятная. Вполне достойная. Вот там. Ай, Василий, давай, есть. Взял. Вот такая для этого водоема вполне съедобный размер. Можно брать. Вот, друзья. Вот она и оцепилась. Вот такая неплохая щучка. Берем в копилочку. Вот воблерочек принес очередную щучку, друзья. Осеннюю красавицу, зубастую охотницу. Ну вот, осенняя погодка. Недавно светило солнышко, и сейчас у нас светит. А, буквально пару минут назад прошел дождик. Вот там вдалеке снегопад вообще. Вдалеке снегопад. Мокрый снег, дождем. Осень, погода меняется быстро. Еще полчасика и будем закруглять. Вот снег идет, надеюсь, вам видно. Сейчас рыба или перестанет клевать, или наоборот, как бешеная будет. Щучий жор. Еще полчаса и будем закругляться. Крайний заброс. И домой будем сворачиваться. Рыбу надо вообще пошкеить. Темнеет уже, да, 17 часов 40 минут. Василий, рыба. О, хорошая рыба. Ох, давай, красавчик, давай. Мотор глуши, я выматываю. Вот солнышко выглянуло вечернее. Ох ты, елки-палки, я мотаю. И там такую свечу только что сейчас сделала. Но она небольшая. Она небольшая, но главное, съедобная зато. И очень вкусная. Так, подсак. Готов к бою. Небольшая, да, щупареночек, но годится. Оп. Нормальный размер. Слушай, пойдет. Пойдет, пойдет. Толчик. Молодец. Солнышко как раз. Вот такая вот рыбка. И магалончик. Покажи приманочку. Магалончик в отличном цвете. Альбина пирорубку. Да. Вот такая вот рыбалочка сегодня. Вот. Вполне пойдет. Чаще могу взять. В общую копилочку ее. В копилочке уже щит. Вот. Немножко ведерко наше пополняется потихоньку. Оп, аккуратненько. Сворачиваемся, сворачиваемся. Рыбалочка заканчивается. Пора домой, темнеет. Коробочку. До скорых встреч. Так, контрольное взвешивание. Ведро вместе с крышкой килограмм весит. Давай, Василий. Вот на берегу, сколько мы поймали сегодня килограммчиков, точнее взяли. 7905. Значит, 7 килограмм. 7900. 7 килограмм поймали. Ну, минус ведро. А, вот. Ведерко. Давай, высыпай. Три очень даже добрых. Вот, друзья. Сейчас самое крупное. Такой результат. Аккуратненько. Самое крупное кило 600, наверное. Аккуратно, аккуратно. Кило 515. Значит, другая. А та? Вот это? Кило 620. Друзья, улов такой. Окунёчек один тут. Золотой окунь. Золотого цвета. Первый раз такой вижу. Вот щуки. Самое крупное кило 600. Что, друзья, вот закончили рыбалочку сегодня с Василием. Рыбалка удалась. Да. Выход был рыбы с 15 часов до, наверное, 16.30 до 17. Сейчас время 18.00. Закончили. Поймали. 7 щук. 7 щук. 2 отпустили. Общим весом 7 килограмм. Средний вес. 1 килограмм рыбы, самая крупная, кило 600. Такая вышла сегодня тренинговая рыбалочка, 2 спиннинга.
Ссылочка на канал Василия будет в описании. Подписывайтесь на его канал тоже. Будем заканчивать. Что, друзья, спасибо за то, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, кому понравилось. Жмите колокольчик. До скорых встреч. Всем пока. А мы поехали.